Крошка Агнес, ты научила цыплят откладывать яйца под водой? Пока еще нет. Они выглядят довольно древними. Это яйца нюхача. Я думала, они вымерли. А это еще что за курица такая? О, это вовсе не птица. Нюхач – это древний моб. Разве они разбираются в растениях? Они любили растения и находились именно обнюхивая землю самыми очаровательными способами. Держу пари, что со всеми этими яйцами мы сможем вновь заполнить ими верхний мир. И получить новое растение, если сообщество проголосует за них. Совершенно верно. Сможет ли нюхач снова бродить по верхнему миру? У вас будет 24 часа, чтобы отдать свой голос, начиная с 14 октября.